Лютый крафт. Всем привет! Это был маленький спойлер. А теперь нормальное приветствие, если его можно назвать нормальным. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами лютый крафт. Я буду переделывать мои и не только мои старые вещи и делать из них что-то новое, классное, красивое, по крайней мере, как мне хочется сейчас верить, и замечательное. Учитывая мою феноменальную криворукость и клешневость, я даже не могу правильное слово это сказать, что самое любопытное, если у меня это получится, то получится у всех остальных. Кстати, у меня под этим топом спортивный топ. Я не знаю, зачем я это говорила, тут был какой-то смысл, но я его забыла. Я думала, что с водой я вспомню, но это так не работает. Первое, с чего я хочу начать, это вот эта вот джинсовка. Она абсолютно новая, она мне очень нравится, но проблема в том, что я ее не ношу. Я не хочу просто так выбрасывать деньги на ветер, я хочу сделать так, чтобы эту джинсовку я стала носить. Потому что голубую такую же я ношу. Часто бывает, если мне нравится вещь, я покупаю ее в нескольких цветах Hello. Планы мои на нее достаточно амбициозны. И план номер один, это добавить на нее отбеливатель, чтобы она получилась более винтажная, более крутая и более модненькая. Потому что я смотрю, и это сейчас достаточно модненько. Ты пришел в мою обитель и не выключил звук. Ну, я уже все сделал. Как бы все нормально, я исправил. Джинсы, видишь свои? Да. Попрощаюсь. Это все за то, что ты звук не выключил. Сейчас я иду экспериментировать с цветом этой куртки, не знаю, что получится. Потом, в моей надежде, все это будет выглядеть еще круче, и здесь уже я его буду располагать. Нужно найти картинку, которую я буду рисовать на заднике. У меня, правда, есть план, которого я придерживаюсь, поэтому я надеюсь, что мой план не потерпит фиаско. Хотя, знаете, я спросила у профессионала, и профессионал сказал мне следующее. Давайте послушаем. Купи краски под тканью, чтобы они не трескались, не стирай их. Стираю их просто на холодной стирке, и все будет. А еще мы сегодня в другой комнате, потому что в моей комнате на балконе идет ремонт. Тот самый ремонт, который идет там уже 3 месяца. О том, почему в моей комнате сегодня невозможно. Я что-то сейчас посмотрела на эту картинку, я поняла, что я просто охренею ее рисовать. О, пришли чуваки, которые опять бурят. Класс, спасибо. Это был шаг номер один, а теперь шаг номер два. Я пересмотрела целую кучу туториалов в технике тай-дай, и я надеюсь, что у меня что-то получится. Исходя из того, что я выучила, нам понадобится отбеливатель, мешок для мусора. Главное, не выкинуть туда потом крафтовый шмот, а то обидно будет. Перчатки, штука, с помощью которой можно сделать распыление. Я не могу просунуть палец. Ура! Минутка техники безопасности. Без перчаток не вздумайте делать что-то подобное. Перчатки нужны. Перчатки, которые защитят ваши ручки. А еще будет вонять, так что имейте это в виду и будет вонять. Обычно людям не нравится, когда воняют. Сначала сделаю небольшой тест. А что если просто попробовать отбеливатель бахнуть? Ой, а если просто отбеливатель бахнуть, оно реально прям пятно вон появилось сразу. Прям реально белые пятна пошли. Кайф. Если, конечно, этот цвет в итоге будет каким-то розово-ржавым, это будет просто максимальный кайф, потому что шикарно будет. Но если будет розово-белый, как я изначально планировала, тоже будет нормально. Пшикаем. В задницу. Воняет как на улицу. Просто нахрен на улицу. Честно говоря, я думала, будет гораздо сложнее, но нет, это оказалось пока что на данный этап весьма просто. 20 минут нужно подождать, чтобы джинса обсохла. Как раз самое время будет заняться шортами. А где мои шорты? Мне очень нравятся эти шорты, они классно на мне сидят, но они мне надоели, и в частности, мне надоела вот эта штука. Надеюсь, я не выкину эти шорты, потому что я реально их люблю. Будет обидно, если не получится. Кстати говоря, вот так вот сидят эти шорты. Нужно будет отпороть вот это. Далее отпороть вот эти вот желтые штуки. Здесь нарисовать кусок лица Агары, а здесь расположить его канди. Надо открыть. Просто красота. Это новый смартфон Y8P от Huawei. Нереальная красота. Меня очень привлек его основной объектив с очень высокой четкостью.
Смотрите, насколько крутая картинка. Даже через камеру передается. Не нужно делать запись экрана, потому что выглядит просто потрясающе. Офигеть можно. Еще тут очень удобный сканер пальцев, потому что он обеспечивает наибольший коэффициент разблокировок при использовании. Что самое важное, большой объем памяти. Здесь 4 гигабайта плюс 128 гигов. Этого хватит просто на все мои игры, все фотографии, все видео, на все. Еще здесь экран с темной каплевидной областью. Хочу установить приложения и посмотреть их. Будем использовать инсталлер. Еще из важного есть кошелек Pay. Скачиваем приложение из App Gallery кошелек, устанавливаем на него свою банковскую карту, пользуемся. Еще в кошельке можно хранить всевозможные дисконтные карты и добавлять туда новые свои. Кстати, пользователи, которые оформят заказ на этот смартфон, могут скачать мобильное приложение Зайцев Нет из магазина приложений Huawei App Gallery и получить бесплатную подписку на 6 месяцев. Это вещь, которая играет для меня огромную роль. 24/7 работает техподдержка. Вот их приложение. Это возможность связаться с сервисной службой по горячей линии, по телефону, через сервисный центр, онлайн-чат. Ссылка на предзаказ в описании. По размеру идеально подошло, теперь мне от него нужна ровно половина. Но здесь вроде тоже полное попадание и четкий размер. Пафосный Китса, как вы прокомментируете то, что здесь происходит какое-то мракобесие? Пафосный Китса, вы хотели бы сами быть на моей куртке, а тут какие-то непонятные 2D? Да, я понимаю, я бы тоже ушла и обиделась. Теперь Канзи Гара у меня будет не только на шее, но еще и на... Кофе захотелось. Отпарываю. Конечно же, у меня маникюрные ножницы. Я банан, сладкий, я банан, и зовут меня банан. Я очень рада тому, что здесь нету никакой перемены цвета, потому что я ожидала, что здесь, возможно, будет выцевшая полоска или следы клея, но нет, здесь ничего нет, и это шикарно. Кстати, я не знаю, как вы, а по мне самые лучшие джинсы, шорты и все такое у Бершки. По крайней мере, на мое телосложение это реально единственный магазин, где мне все нравится. Очевидно, что это проблема. И что вот мне делать? Появился план залить это отбеливателем. Так, эта штука как раз высохла, выглядит очень круто, мне нравится. Это потрясающее великолепие нужно постирать в холодной воде обязательно. Так что пойдемте, главное не травануться. Шорты, конечно, подвели. Спокойно, спокойно, спокойно. Все хорошо. У нас все хорошо. Не уверена, что хорошо. Разговариваю с распечаткой мужика. 2D мужика. Отлично. A few moments later. Да, тяжело это назвать идеалом. О, шит! Кто ж подумал, что оно такое активное? Не вздумайте так делать и голыми ауками трогать отбеливатель, у меня потом ППЦ был с руками. Пока все это добро делается, давайте займемся подготовкой рисунка. У меня есть тайный хитрый план, и я буду его придерживаться. Надеюсь, у меня все получится. Это калька, и я буду срисовывать. На самом деле я могу нарисовать, но будет... Поэтому я предпочту этого не делать. Я это перерисовывала, но я это сделала. Цезарь, ты что пришел? Ты что сюда пришел? Пришел мне маленький помогать? Так, нет, все, это мой кофе, уходи, пожалуйста, уходи, уходи, собачка. Собачка, уходи. Так выглядит мое желание закончить сегодня все за один день. Оно высохло. Вот так вот теперь выглядит эта джинсовка. Мне кажется, что это выглядит очень круто и гораздо интереснее, чем было до. Но нам предстоит вот это... Ой-ой-ой.
Но эффект мне очень нравится. Это прям реально круто выглядит. Как вам? А вот сейчас будет бомболейла. Да, сейчас я вижу, что он реально маловат. Тут может быть место для вашей шутки. За что ты так со мной? За что? Здесь явно должно было быть в два раза больше вот это вот лицо. Ну, можно отчаяться, а можно сесть и переделать. Попытка номер два. Тут происходит попытка спасти ситуацию. Возможно, вырезав контур, все будет не так уж и плохо. Да, в вырезанном состоянии все еще более очевидно, что он слишком маленький. Попытка номер два. Теперь он выглядит вот так. Все картинки сделаны. Теперь можно подумать, что делать вот с этим. Мне нравится этот топ, но он мне не идет. Поэтому я хочу его кастомизировать. Для начала я просто его обрежу. Я думаю, на этом можно закончить. Кастом на миллион. Продолжаем пытаться. Для понимания разницы в размерах. Хеллоу просто. Если будете что-то такое делать, выбирайте персонажей попроще. Теперь он хотя бы по размеру подходит, потому что здесь все четко. И вообще там пока повиси. Теперь основная проблема будет это все не засрать. Все шансы того, что я это засру, есть. Зафиксировал куртку скотчем. Теперь буду клеить это. Теперь я буду использовать ножницы и буду делать прокалывающие движения. И по ходу делания прокалывающих движений я буду использовать черную ручку и поверх все это рисовать. А потом буду обводить уже специальным маркером и в дальнейшем закрашивать специальной краской. Держи в курсе, на голову у меня ушло 20 минут. Суммарно у меня заняло это 2 часа. Сейчас будет самая ответственная часть. Вы не представляете, как я нервничаю. Я просто не знаю, что сказать. Короче, там должны быть точки, которые создадут пунктирную линию, которую я потом смогу обвести и уже в дальнейшем раскрасить. Я очень надеюсь, что эти точки вообще поставились, потому что я сейчас скроюсь. Стресс. У меня стресс. Ну что, вы готовы на это смотреть? Я сейчас просто буду плакать. Я сейчас просто буду рыдать. На этом этапе у меня все получилось. У меня даже все получилось. Мы не всрались. Мы все еще не всрались. Блин, это реально круто выглядит, мне нравится. Немного зафакапило с лицом, но я думаю, сейчас, когда я покрашу все черным, это не так будет заметно. Просто жесть, а я думала, я долго снимала видео, когда ногти наращивал. Это даже близко не стоит. Время за полночь, но я это сделала. Я это сделала, и выглядит это даже не так всрато, как я думала. Чё у меня рука болит? Правая. Вот. Ну что, вы что-нибудь видите? Блин, мне нравится. Я теперь это даже носить буду, а не то, чтобы она просто висела. Короче, все, я ложусь спать. Завтра вернусь, завтра новый день, новый крафт. Вот так выглядит рабочее пространство. Так выглядит что-то очень плохое. День номер два. Делаю макияж. Мозг отказывается понимать, в каких цветах надо делать макияж, поэтому я спросила у подписчиков в инстаграме. Больше всего сообщений за зеленый и за сиреневый. Поэтому сделаем один глаз зеленый, второй сиреневый.
И с таким макияжем мы идем в бой. Официально день номер 2 начинается. С шортами ситуация выглядит так. Хочу сделать здесь сейчас рисунок и посмотреть, как это будет вообще выглядеть. Тактика сегодня будет другой, поэтому сейчас я буду вырезать контур персонажа. Я видела, так делали другие люди, и у них все получалось. Белая краска. Лишнее закрываем скотчем. Обожаю, когда это происходит. Мне принесли еду. Оставляем это где-то часа на 2, чтобы краска сохла. Пока это будет сохнуть, будем делать с вами очень крутые, трендовые, модные, невероятно офигительные джинсы. Кармашек закрываем скотчем. И также скотчем закрываем вторую штанину. И надеемся на то, что джинсы мы в дальнейшем в пакет с мусором не засунем. Ха! Я знаю, что вы любите мои смешные шутки. Опыт подсказал, что нужно все это выносить на улицу, потому что воняло идеально. Нам предстоит долгая работа. Воняют. Вот это папа поворот. Меня ужалил челобав урод. Вот это папа. Пусть сохнут. Работаю по вчерашней тактике. Сначала делаю дырки, потом в них рисую точки. Кстати, че использую специальные маркеры, когда делаю контур. Это не просто ручки. Вот, казалось бы, такую маленькую фигню я делала где-то минут 30. А теперь начинается квест, и называется он «Разберись нахрен, что тут произошло». Достаточно поэтично. Идемте глянем, что с джинсами происходит. Интересно. О, шит! Лярь! Что это такое? Ужас какой. Ладно, пусть сидят дальше. Вот здесь я облажалась, но это не страшно, потому что краска сейчас все это все равно заливать буду. Явно этот цвет не подходит, он слишком уж красный. Нужно сейчас его намешать с черным, чтобы был более темный. Однажды я упаду туда и просто расшибусь, потому что каждый раз я забываю, что здесь вот так вот и иду, и каждый раз я туда практически падаю. По-моему, выглядит реально очень круто. Ну, серьезно, просто очень похоже. Нравится. Что ж, теперь ждем, когда до конца досушится это. И идем мыть штанишки. Так, и цвет снова поменялся. Цвет мне не нравится. Ну, просто убогий цвет какой-то, ублюдский. Но сейчас посмотрим, что будет после мытья. Достаем. Слушайте, а ведь реально круто получилось. Я-то думала, что будет прям вообще дичь отстойная, но нет. Это выглядит даже так, как я и хотела, чтобы оно выглядело. И карман у нас не пропитался, и здесь пятна есть. Вообще огонь. Все, пусть это сохнет, а мы с вами пойдем дальше продолжать шорты делать. Мои кроксы, be like. У меня чувство, что сейчас все очень плохо будет. Серьезно. Если вы не знаете, как выглядит кислота, то выглядит она именно так. Ладно, в свое время я так часто рисовала гару, что я должна вытащить это. Не должны же скиллы просто пропасть в ноль. Хорошо, что вы не видели эту всратость, которую я рисовала. Знаешь, с качаном у нас как-то лучше сложилось. Даже не знаю, что тебе и сказать. Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the king, kang banging for your chest. Это было адресовано себе самой. Шансы на спасение всегда есть. Шансы не извести колесов после того, как грязная, богом знает где, вообще бывала кисть потом побывала у меня во рту, шансов на спасение от этого уже нет. Интеллект минус. Деградация плюс.
Отдельно меня доставляет этот карман. Но надо закончить, что поделать. Ну ок, в раскрашенном состоянии это, конечно, не предел моих мечтаний, но нормально. Кстати, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Здесь не будет какого-то особого смысла, просто я очень радуюсь всегда, когда вы подписываетесь на мой инстаграм. И скоро там будет новый образ с новым закосом. Пока еще не знаю на кого, но я учту ваши пожелания. Коротко о том, почему с отбеливателем надо быть осторожной. Мое прекрасное платье призыва сами знаете кого теперь выглядит вот так. Но у меня есть черная краска, поэтому я не сдаюсь. Это вонючее желтое пятно портит мою жизнь. Последствия нивелированы. Сушитесь, клятые штанишки, сушитесь. Ну что, вот что ты изумнулся? Ты, конечно, плохо, но не настолько. Сиди ровненько, пожалуйста. Прости, что все так вышло. Я не хотела. Хотя вот, знаете, сейчас я надеваю эти шорты, и я посмотрела в зеркало, и выглядит не настолько всрато, как я думала. Ну, типа вот. Мне кажется, в этом даже есть какой-то прикол, и это не выглядит настолько плохо. Единственное, конечно, меня очень сильно смущает карман. Не знаю, что делать, потому что тот карман я, конечно же, выкинула. Genius, молодец, идеально. Вот эта вещь мне реально безумно нравится, я от нее в диком кайфе. Это просто офигенно. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если вам понравилось это видео, давайте наберем здесь много лайков, и я что-нибудь еще скрафчу. И да, пожалуйста, подскажите, что все-таки делать вот с этим, потому что, ну, моя фантазия ограничивается только тем, чтобы ее отрезать. Может, тут что-то нарисовать, а может, не надо. Что с этим делать? Подскажите. Я обязательно буду читать комментарии и идею, которая мне понравится, что вот с этим можно сделать, сделать это классным. Я обязательно повторю в инстаграме, сделаю видос туда. Что ж, всем спасибо за просмотр и всем пока. Я наконец-то пойду спать. Я очень устала.